Здравствуйте. Пока второй сезон «Ведьмака» ушел в глубокий постпродакшн и обещает выйти из него лишь в четвертом квартале, я ответственно заявляю, что за все время выпустил уже с десяток сезонов плохих новостей и никуда уходить не собираюсь. Сегодня в выпуске. Новые слухи об играх E3. Gone. Dying Light 2 без любви. Gone. И баг-эффект в масс-эффекте. Go on. Представление начинается. Но сначала о крутых ушах. О беспроводных тюменских наушниках CG Pods. Расскажу вам про две модели. 5.0 и Light. Обе имеют ряд преимуществ, которыми даже гораздо более дорогие и раскрученные наушники не могут похвастать. Во-первых, CG Pods влагостойки. Пробежка в дождливую погоду под Рамштайн теперь не роскошь, а средство передвижения. В этих наушниках можно принимать утренний душ под музыку, потеть в них в спортзале, мыть под краном и даже закинуть в стиральную машинку. Okay. Now I'm wet. Oh my. Да, у CG Pods есть надежная влагозащита, которой, например, нет у Apple AirPods. Хотя Apple AirPods в 4 раза дороже, чем CG Pods. Во-вторых, без подзарядки CG Pods работают 20 часов. Ровно столько же, сколько и Apple AirPods. Можно успеть отслушать почти круглосуточный концерт. Надо что-нибудь массовое, ведь современное. Шеф, музычку. В-третьих, у CG Pods крутые кейсы. Например, у модели 5.0 кейс сделан из авиационного алюминия. Из такого же делают Боинги. Выдерживает нагрузку до 220 килограммов. Кейс для модели Light антистрессовый, с приятным покрытием Soft Touch. Тюменские подсы удобны и отзывчивы в управлении, знают 11 команд. В том числе регулирование громкости, переключение треков и ответ на входящий вызов. Много это или мало? Вот пример для сравнения. Яблочные наушники обучены всего 3 командам, а у тюменских 11. А что, так можно было, что ли? И еще один немаловажный плюс CG Pods. Это честная цена. Наушники CG Pods стоят всего 3500 рублей. И продаются исключительно в онлайне, без грабительских магазинных наценок, из-за которых цена бы возросла в 2 раза. К тому же можно выбить скидку 200 рублей, если воспользоваться промокодом и ссылкой в описании. Срочно жмите вперед и с музыкой! С большой игрой приходят и большие судебные иски. Речь, конечно же, идет о CD Projekt'ах. 4 дела против компании объединили в одно большое. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? О, курва! Причем половину судебных дровишек подкинули акционеры, которые считают, что понесли серьезный репутационный ущерб из-за кривой версии игры на консолях прошлого поколения. И теперь наверняка потребует конфискации у поляков парочки миллионов баксов. Это как минимум. CD Projekt храбрятся и собираются отстаивать свою честь до последнего. А вот создатели криптовалюты Ethereum решили без всяких исков почистить себе карму. Они заявили об изменении алгоритма майнинга, который позволит на 99 с лишним процентов снизить расчетные мощности при фарме крипты. То есть майнить можно будет на не шибко мощных видеокартах, и дефицит последних может немного схлынуть. Правда, есть версия, что после такого хода из продажи исчезнут и слабые видюхи тоже. Чтоб ты жил на одну зарплату. Близится лето, и на сетевых просторах начинаются жаркие бурления на тему игровых выставок. Например, стало известно, что QuakeCon в этом году пройдет с 19 по 21 августа, причем исключительно в онлайне. Но если QuakeCon ждать еще 3 месяца, то до E3 уже рукой подать.
А значит, пора собирать урожай из слухов. Например, появилась информация, что студия Arkane, авторы Dishonored и Prey, мастерят игру про вампиров под названием Omen. И что, дескать, в июне ей как раз устроят первые смотрины. Релиз же случится весной следующего года. Ну и наша уже постоянная рубрика под названием «Когда выйдет Starfield» пополнилась новой информацией. Инсайдер Джефф Грабб поддержал тех, кто вангует релиз в следующем году. Джефф делает ставку на первый квартал. А еще он уверен, что Starfield покажут на E3, и что на плойке игра не выйдет, ее завезут только на Xbox и ПК. Так что, Sony Boy, если вы уже мысленно залезли в модный скафандр нового поколения, расчехляйтесь. В Dying Light 2 нет любви. Такой диагноз поставили сами разработчики. Закрутить роман у главного героя не получится. Но яркие женские персонажи в игре будут. А вот насколько ярким и популярным у местного населения окажется главный герой Эйден, будет зависеть от его поступков. Причем остаться в стороне от важных решений не выйдет. Так или иначе, но одну из фракций поддержать придется. Это миротворцы, которые вооружаются до зубов и стремятся истребить всех инфицированных, и выжившие, которые избегают разборок и ныкаются по углам. Легендарное издание про легендарного Шепарда вышло и уже лидирует в чартах Стима. Правда, народ мутит от русской озвучки первой части, которая железно приварена к русским субтитрам. Да и новое освещение вызывает вопросы. Но главное, багов в игре пока как турианцев во время первого контакта. То есть дофига. Разработчики пилят патчи, игроки ищут обходные пути, чтобы поставить английскую озвучку с русскими субтитрами. А мы едим космический попкорн и поиграем, пожалуй, как-нибудь попозже. Пошли, отведаем здешнего супчика. Один спекулянтский сайт отчитался о торговле пятой плойкой. Эти нехорошие люди продали чуть более 1,5% консолей от числа выпущенных на данный момент. Примерно 138 тысяч штук. Неужели так много? Не меньше. За версию с дисками спекулянты брали в среднем 800 баксов при официальной цене в 499. А за цифровую плойку, опять же, в среднем 741 бакс при правильной цене в 399. Короче, неплохо наварились. Но, по крайней мере, картинки вместо консолей не втюхивали. Вы сказали, что вы мошенник. Профессиональный. Хитрый пройдоха. Да. Жуткий обманщик. Самый коварный. Кстати, об этом. Криминальная рубрика. Одна японка продала вместо PlayStation 5 не картинку даже, а две бутылки воды. Водичка вылилась заказчице примерно в $600. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию, и мошенницу арестовали. Та отвечает, что отправила пакет, но совсем не помнит, что в нем было. То ли плойка, то ли святой источник. Короче, будьте внимательны, когда закупаете дефицит у непроверенных дилеров. Ну-ну. Боссы электроников подтвердили, что новая батла выйдет в конце года и что анонсируют ее в июне. Но это уже и так все знали. А вот то, что игра будет выпущена не только на ПК и Next Gen, но и на консолях прошлого поколения, уже и в самом деле новость. Причем скорее хорошая, чем плохая. Есть шанс, что не прошляпают оптимизацию. И для игры не придется покупать топовые видюхи, которые сейчас на вес золота. А вот еще немного хороших новостей. Сценаристка Эми Хеннинг, которая работала над серией Uncharted, трудится над новой игрой. И пока известно только одно. Это будет приключенческий экшен на движке Unreal Engine. А вот с Payday 3 все гораздо определеннее. Правда, не особо радостно. Игра выйдет, но не раньше, чем в 2023 году. Нет денег. И деньги, и документы, и валюта, все осталось у экскурсовода.
Ну так получилось. Отошли на секундочку. И под конец немного дичи. Один пользователь Reddit'а похвастался, что всех убил, один остался в Скайриме. Без шуток. Им были уничтожены совершенно все неписи и существа, кроме дракона Портурнакса. Кстати, образ Довокина для всей этой большой чистки игрок скопировал со своей жены. Неспокойно за пацана. Он может оказаться следующим. Вроде все неплохо. Правда, бывают моменты, когда мне хочется ее убить. Но... Что мешает? Рука не поднимается. Это хороший знак. Правда? Нужно наступать на горло собственной песни. Такова семейная жизнь. Ну, а у меня следующим по плану идет чтение ваших комментариев. Артесла пишет. А куда делся от винта? Сами везде искали Артесла, но не нашли. Пришлось новые выпуски снимать. Скоро на канале. Ждите. Лекс-кс-кс пишет. А я вот спросить стесняюсь. Комменты робот рандомно вам варианты выбрасывает? Или вы, Борис, их сами вангуете? Лекс-кс-кс, а вы не стесняйтесь. Я вам все разъясню. Чтобы я не агрился, выпущен гайд, из которого ясно, какой должен быть левел коммента, чтобы робот его рандомно ванговал. Надеюсь, теперь вам все понятно. Алко пишет. Борис, давно вас не видел. Подскажите, на заставке вы слева или справа? Не могу вам ответить, Алко, потому что не понимаю, вы спереди или сзади. Ну и традиционная страничка поэзии. Артем Орлов пишет. Лайк сразу кликай. В колокол звони бойко. Надеюсь, что скоро войду в комментарии в тройку. Отвечаю. Артем в комментарии в тройку ворвался довольно бойко. Артем, видно, парень стойкий. Поставим ему пятерку. Вот как-то так. Традиционно ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал и ушатайте колокол. Знаете, что телега без вас не едет и не растет ВКонтакт. Так что не забывайте о наших соцсетях и озарите их своим вниманием. Ну а я не оставлю без внимания и вас. И вернусь с плохими новостями уже на следующей неделе. До встречи, пока!